Mini Countryman John Works, John Cooper Works, 2 литра мотор BMW, 306 сил, полный привод, машина в отличном состоянии. Именно у нашего присутствуют два окраса, это задняя левая дверь в дилере и капот. Сделано все отлично, по зазорам весь ровный, лобовой оригинал. Максимальная комплектация, электролюк. Восемнадцатые диски. Вот такой здесь тормозной суппорт. Не знаю, скольки поршневой, наверное, 4 или больше. В отличном состоянии резина зимняя Континенталь. И летняя Пирелли комплект. Максималка, как уже говорил, здесь у нас есть всякие подсветочки. Очень интересная машина, очень быстрая. Сейчас расскажу позже о функциях. Электродверь. Тут также у нас полный порядок, все штатно, все заводское. Состояние салона идеальное, черный потолок, музыка Harman Kardon, очень играет достойно, прямо очень. Подкапотное никогда тут ничего не чистили, не намывали, все как есть, все с завода, весь в оригинале. Установлен багажник Тули. Легко демонтируется ключиком. Косяков на машине нет. Только с мойки. Еще пошел небольшой дождь. Кроме вот этой потертости здесь. На пластиковой арке. Ну, машина, так сказать, на любителя. Автомобиль очень жесткий. Так у нас запускается двигатель. Тут загораются все приборы. Индикация, естественно, вся без ошибок. Все функции работают. Электролюк в двух положениях. Передняя часть открывается, задняя не открывается. Чем интересен этот автомобиль? Он интересен режимом спорт, конечно же. Когда мы включаем режим спорт, происходит следующее. Руль наливается усилием. Педаль газа становится более плотной. То есть при небольшом нажатии машина уже начинает рвать. При этом полный привод, разгоняется она очень быстро. Плюс открываются заслонки, которые нам открывают выхлоп. И звук становится вот такой. А если мы едем в спокойном режиме, режим средний, есть режим экономии, то машина превращается в обычный городской автомобиль. Едет автомобиль страшно. Даже мне, как опытному автолюбителю, много на чем поездившему. То есть в режиме спорт ощущение, что руль вырывает руки, как на мощном мотоцикле, если ты неправильно на нем перегазовываешь. Ну, включим режим спорт. Вот у нас тут все красненьким загорелось, загудело. Сейчас мы аккуратно где-нибудь проедем на режиме спорт. Вот что происходит.
естественно, кто-то уезжает, кто-то заезжает. Сейчас выйдем на дорогу. И происходит у нас безумие. Вот такое. Тормоза, надо сказать, крайне эффективны. Автомобиль очень хорошо управляется. Очень быстро едет. Расходуя при этом около 8 литров топлива обычного 92-го бензина. Турбомотор 306 сил. Никаких стейджей, никаких прошивок и подобной глупости. Все только штатное заводское. Мы ругаемся на то, что у нас заканчивается топливо. Ну и стоит отметить, что этот автомобиль не для всех и не для каждого, потому что полностью реализовать потенциал этого автомобиля может только опытный водитель. По сути, это спорткар. Машина продается. Она у нас 2020 года. Все подробности позже, либо в комментариях. Очень жесткая подвеска. Для наших дорог, конечно, тяжело. Но это плата за отличную управляемость. Вот такой автомобиль.